Кредитная амнистия в Казахстане не смогла подстегнуть рынок кредитования. Об этом сообщили в Первом кредитном бюро. Как сообщила нашему телеканалу управляющий директор бюро Асем Нургалиева, несмотря на обновление кредитных историй, банки второго уровня и микрофинансовые организации не отмечают увеличение заявок на получение новых займов. Также эксперты не видят угрозы роста мошеннических уловок для получения кредитов специально под амнистию. По словам Нургалиевой, в настоящее время финансовые учреждения тщательно следят за коэффициентом долговой нагрузки. В целом, участники рынка ждут активизации заемщиков ближе к зиме, поскольку в этот период происходит сезонное увеличение числа выдаваемых займов. Сейчас как таковой динамики как бы нет. Существует определенный сезонный спрос с сентября по декабрь. Наибольшие выдачи кредитов происходит, как правило, в конце декабря, в конце ноября, в декабре. Поэтому, скорее всего, в этом году это будет также сезонным повышением.